Праздничное богослужение и чин великого водоосвящения в день крещения Господня провел архиепископ Биробиджанский и Кульдурский владыка Ефрем в Благовещенском кафедральном соборе. Праздник крещения еще называется Богоявлением. Это связано с тем, что когда Христос пришел креститься на Иордан, на него видимым образом сходил Святой Дух, и все присутствующие услышали голос Бога Отца. Это было явление Святой Троицы в новозаветное время. После совершения праздничного богослужения и чина великого водоосвящения владыка Ефрем обратился к прихожанам, поздравил их с крещением и пожелал, чтобы все их молитвы имели действо и обязательно исполнились. Пусть Господь услышит эти молитвы и подаст свою божественную благодать, радости нашему просвещению и ко спасению. С праздником всех вас, с праздником света, с праздником крещения Господня. Да хранит вас Господь. Затем каждый из прихожан смог набрать для себя крещенской воды. Для этого в соборе были установлены несколько специальных емкостей. Соприкасаясь со святой водой, пронизанной божественной благодатью, каждый православный верующий чувствует силу, крепость и свет, который Господь подает нам через водную стихию. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости 21.